Футбол, российская премьер-лига, матч «Спартак-Урал». «Спартак» допустил в последнем туре осечку с «Зенитом», хотя по игре были на голову сильнее «Зенита», но проиграли 0-1, и сейчас они принимают «Урал». «Урал» в этом сезоне отличается от прошлогоднего, команда играет нестабильно, и я думаю, это уже последний матч Дмитрия Парфенова, скоро он будет отправлен в отставку. Думаю, при домашних трибунах и на своей родной арене, еще учитывая то, что многие игроки отдохнули, московский «Спартак» одержит уверенную победу над «Уралом», и моя ставка — «Спартак» -1, коэффициент 1.92. Всем удачной игры, и не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка внизу в описании.